Здравствуйте, дорогие друзья! Совсем недавно я показывала вам, как вышить эту веточку люнвильским крючком в технике тамбурная гладь. В комментариях к этому видео было пожелание о том, чтобы я показала, как превратить эту веточку в брошь, то есть как прикрепить к ней застежку. Сегодня я покажу вам один из способов крепления застежки, при котором ее практически не видно, то есть она идеально подходит для таких вот веточек. Для моей броши я выбрала крепеж длиной 2 см бронзового цвета. Цвет я подбирала под канитель, для того, чтобы сочеталась фурнитура и элементы вышивки. Для начала напомню коротко, с чего начиналось создание этой броши. Если вы еще не видели это видео, можете перейти по ссылке в описании и посмотреть, как вышить листья. Ну а сейчас мы перейдем непосредственно к креплению. Кроме самой застежки, нам понадобится еще нить мулине, та же самая нить, которой мы обматывали стебель. Ну и, конечно же, нам понадобятся ножницы для того, чтобы отрезать нить, и клей ПВА. Отрезаем нить длиной примерно 30-50 см, в зависимости от того, насколько длинная ваша застежка. Далее прикладываем застежку к нашему стеблю для того, чтобы точно определиться, в каком месте мы будем ее крепить. После этого застежку уже в открытом виде прикладываем к месту крепления. Берем наш отрезок нити и укладываем так, чтобы в нижней части застежки получилась небольшая петля. Придерживаем петлю пальцем и начинаем обмотку застежки вместе со стеблем длинным концом нити. Витки стараемся укладывать максимально плотно и равномерно. Продолжаем обматывать до тех пор, пока не дойдем до петли в нижней части застежки. Когда обмотка закончена, нам нужно свободный конец нити продеть через петлю. Подтягиваем петлю и затягиваем нить, придерживая пальцем обмотку. Получается, что когда мы тянем за короткий конец нити, узелок уходит под обмотку. Еще раз хорошенько затягиваем, поправляем ниточки, и теперь можно спокойно обрезать оба конца нити. И последний штрих, который осталось сделать, это капнуть небольшую каплю клея ПВА и растереть его, чтобы он хорошо впитался. После высыхания этот клей будет абсолютно невидимый, поэтому я в таких работах рекомендую использовать именно ПВА. Клей можно наносить в несколько этапов для того, чтобы нити хорошо пропитались и зафиксировались.
наш крепеж готов. Осталось только поправить листья, вернуть их в прежнее положение, и можно спокойно носить в качестве броши или бутоньерки. Спасибо за просмотр. Надеюсь, это видео было для вас также полезным и интересным. Если есть какие-то вопросы, всегда рада ответить на них в комментариях. Задавайте, спрашивайте. На самое интересное я буду снимать видео-ответы. С вами была я, Ольга Медведева. До новых встреч на канале Меолка.